Доброволец в музее – это незаменимый помощник, а чаще всего и лицо учреждения. Ульяновские музеи решили не отставать от столичных и приобщить к музейной деятельности лиц заинтересованных. Проект «Музейный волонтер» стартовал в Краеведческом музее. Первое собрание прошло в формате ролевой игры. Участников познакомили с профессией музейщика. Наши волонтеры будут принимать участие и в международном проекте «Лица Победы», помогать нам реализовывать этот проект на территории Ульяновской области. Многие музеи просят волонтеров для помощи организации и уже непосредственно даже в монтаже выставок и экспозиций. После двух теоретических занятий участников ждет практика в музеях региона. Волонтеры будут помогать организовывать мероприятия, общаться с посетителями и отвечать на интересующие их вопросы. А вот палеонтологический музей возьмет добровольцев с собой на поиски ископаемой флоры в геопарке Ундория. Принято считать, что добровольцами в музее приходят студенты. На самом деле попробовать себя в роли музейного сотрудника пришли и представители серебряного волонтерства. Организаторы уверены, для самих участников это повод попрактиковаться в ораторском искусстве, узнать много интересного о жизни нашего региона, побывать на интересных мероприятиях и также бесплатно сходить в музей. Анна Тищенко, Даниил Сурков, новости Улправда ТВ.